Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире «Хачкар. Документация, сохранение и продолжение лекции, дискуссия». Войдет ли Россия в Нахачевань? Интрига спитого вертолета. Цена биткоина превысила 40 тысяч долларов США. Армянская церковь в Канье становится турецким культурным центром. Опасность ловли рыбы в Фугу в озере Ван, Западная Армения. Армения в ряду стран, которые в 2021 году вместе с Ryanair могут отправиться по 21 направлению. Уважаемые соотечественники, 9 января в 22:00 Национальная ассоциация армяноведческих исследований и Фонд изучения армянской архитектуры выступят с лекцией и дискуссией о документации сохранения хачкаров. Участвуют Аргам Айвазян, Гамлет Петросян, Рафик Ортощян и Гэйнэ Мовсисян. Уничтожение армянской культуры в Нахачеване – одно из самых незаметных проявлений разрушения культуры в 21 веке. В 2020 году исполнилось 15 лет последней фазы этого систематического разрушения, когда в 2005 году азербайджанская армия уничтожила 1000 хачкаров, оставшихся в Джуге, уничтожив последние остатки присутствия армянской культуры в регионе. ЮНЕСКО охарактеризовала эти памятники как культурную самобытность, но не предприняла шагов по их защите. Этот проект будет третьим по счету, направленным на повышение осведомленности об этом проявлении культурного вандализма на протяжении веков, а также об художественном, культурном и религиозном значении хачкаров, продолжающихся усилиях по сохранению древних хачкаров, искусстве хачкаров сегодня. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. Войдет ли Россия в Нахачеван? Интрига спитого вертолета. В ходе расследования этого дела возникла необходимость проведения ряда следственных действий, в частности для установления личности ряда подозреваемых, а также выяснения некоторых обстоятельств произошедшего. В связи с этим в Азербайджан направлен запрос о международной правовой помощи, отметил Интерфаксу источник, знакомый с делом о крушении российского военного вертолета. Накануне стало известно, что Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело, возбужденное ранее по факту нарушение правил безопасности полетов в умышленное убийство. Очевидно, что переквалификация имеет не только юридическое, но и политическое значение. Более того, остается вопрос, кто это иностранное государство – Азербайджан или Турция. Российский вертолет был сбит в знаменательный период вечером 9 ноября, когда обсуждался вопрос о трехстороннем соглашении о прекращении огня между Ереваном, Москвой и Баку. Уже сейчас это интригующее с точки зрения времени событие приобретает новые оттенки. Будет ли Россия использовать вертолетный вопрос для Нахачевана? Так сказать, для ввода силы. Конечно, речь идет не только о возможности проникновения правоохранительных органов. Фактически сейчас через авторитетный российский ресурс просачивается информация о том, что Москва обратилась к Азербайджану с просьбой о взаимной правовой помощи и проведении следственных действий для выяснения круга подозреваемых. Во-первых, это означает, что Москва выражает недоверие Баку в плане расследования, постепенно приближается к амбициям войти в Нахачеван и, по сути, готовит для этого почву. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену больше чем по 20 биржам, по состоянию на 21-е, биткоин дорожал на 14,83% до 40 тысяч долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 15,05% до 40 тысяч долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют. Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила бычий тренд. За первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34. Сегодня, 8 января, и стоимость криптовалюты биткоина колеблется в диапазоне 36 000-39 500 долларов США. Завершена реставрация армянской церкви Святой Троицы в провинции Акшехир-Конья. Реставрационные работы в церкви начались в 2017 году. Однако турецкие власти решили превратить церковь одной из крупнейших армянских церквей в регионе в культурный центр.
Как сообщает Акунг.нет, об этом сообщает корреспондент еженедельника Акос Фердабаланжар. Согласно источнику, решением Ашшакирского областного муниципалитета эта армянская церковь будет преобразована в Дом мирового искусства мастеров сатиры. Источник также сообщает, что согласно Раймонду Гургяну, в монографии «Армяне в Османской империи» до 1915 года, до геноцида против армян в провинции Акшехир, проживало 4950 армян. Наряду с церковью Святой Троицы, построенной в 1859 году, в этой области было 4 армянских учебных заведения. Среди них школа Святого Стефана прославилась на всю страну своим высоким профессиональным качеством. В городе Ван, Западной Армении, скончался рыбак, который поймал ядовитую рыбу фугу из озера Ван. Рыба фугу, смешанная с рыбой из Средиземного моря, достигла озера Ван, находящегося на расстоянии около 1000 километров. Этот факт породил неправильные интерпретации. Некоторые социальные сети и новостные каналы прокомментировали инцидент. Доктор Мустафа Акуш, преподаватель факультета водных ресурсов университета Ван, отметил, что рыба фугу не обитает в озере Ван, добавив, что рыба была смешана с морепродуктами из средиземноморских провинций. По его словам, рыба фугу рыба-завоеватель, которая перешла из Красного моря в Средиземное. Конечно, реальность на озере Ван и интересна, и грустна. На самом деле, охота на этих рыб требует определенных разрешений. Поскольку было перевезено большое количество рыбы из средиземноморского региона в Ван, не исключено, что она была смешана с другой рыбой и ускользнула от глаз соответствующих органов. Посольство Армении в Италии на своей странице в Фейсбуке сделало следующую запись. Армения в ряду стран, которые в 2021 году вместе с Ryanair могут отправиться по 21 направлению. Авиакомпания подтверждает это в пресс-релизе. Армения, находящаяся на границе Восточной Европы и Азии, развивающийся туристический пункт, который своими историческими достопримечательностями, интересной культурой, экстремальными видами спорта и вкусной армянской кухни, имеет что предложить на любой вкус. Столица страны Ереван получила название «Розовый город» благодаря тому, что многие здания облицованы розовым туфом. Если вы хотите расширить горизонты своего путешествия после пассивного 2020 года, это может быть путешествие, необходимое для 2021 года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масунг Ярхушта. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!